В начале своей карьеры Наталья Ионова, она же певица Глюкоза, предстала перед нами мультяшным героем. Потом она и в жизни одевалась под стать своему персонажу. Зато сейчас повзрослевшая Глюкоза – одна из самых стильных женщин российского шоу-бизнеса. Глюкоза. Эволюция стиля. Всего за несколько лет на наших глазах певица Глюкоза превратилась из угловатой девчонки-подростка в очень женственную и нежную женщину и маму двоих замечательных дочек. Короткие майки, рваные джинсы и ботинки на огромной платформе сменились красивыми женственными платьями и изящными шпильками. Но даже кардинально поменяв стиль, Наталья Ионова, настоящее имя Глюкозы, не потеряла свою индивидуальность. Она всячески подчеркивает свою стройную фигуру и предпочитает ультракороткие мини и полупрозрачные ткани. В начале своей карьеры Глюкоза явно подражала известной певице Гвен Стефани и носила прическу в виде скрученных узелков один в один, как ее американская коллега. Такой спортивный образ с леггинсами и наколенниками больше подходит для катания на роликах в парке, чем для выступления на сцене. Нежно-голубое платье очень идет блондинке Наташе, но странная шапочка для душа на голове и огромные ботинки явно не вписываются в образ. Помните, как еще недавно многие женщины и девушки ходили в велюровых спортивных костюмах Juicy Couture? Не смогла устоять перед успешным трендом и Глюкоза. Сейчас такой фасон настоящий модный моветон. Платье в японском стиле очень странно смотрится с джинсами и поясной сумкой. Не спасают ситуацию даже подобранные в тон сумки сапоги. Романтическое платье на тонких бретельках подчеркивает хрупкость и юный возраст певицы, но принт на нем мог бы быть более молодежным и интересным. Этот скорее напоминает рисунок на шейном платке. Повседневный образ без особой изюминки, удобный и практичный. Стройная Наташа может себе позволить пышную юбку и много драпировки. Получился образ в ее любимом стиле хиппи. Глюкозе здесь явно не хватает аксессуаров и украшений, поэтому платье смотрится немного скучновато. Красные колготки и ботильоны в цвет говорят о том, что певица любит похулиганить, выбирая наряд, и не относится к своей внешности слишком серьезно. Глюкоза выбрала наряд в стиле «Боже, храни королеву». В нем все продумано до мелочей. Топ с британским флагом и портретом Елизаветы II, а на ногах ботинки с традиционной шотландской клеткой. Здесь мы наблюдаем уже изменившийся стиль певицы. Женственное платье и роскошное ожерелье очень идут Глюкозе. Платье-бюстье с цветочным принтом – настоящая летняя классика. Босоножки с множеством ремешков делают образ более актуальным и даже бунтарским. Длинноногая Наташа – одна из немногих наших звезд, кто осмелился выйти на публику в таком откровенном трикотажном платье от Miss Sony. На презентацию Глюкоза выбрала пышное асимметричное платье. В таком наряде очень важно подчеркнуть талию, как это сделала певица, иначе фигура будет выглядеть абсолютно бесформенной. Строгий лаконичный смокинг Глюкоза уравновесила забавной бахромой на юбке. Странная юбка с бесчисленными рядами рюшей смотрится очень театрально, а кожаная упряжь – агрессивно. Для выступления на музыкальной премии Глюкоза выбрала наряд с блестящими пайетками в стиле диско 80-х годов, а кожаная перчатка на одной руке напоминает сценические образы Майкла Джексона. Сложный крой платья добавляет этому образу оригинальности, а полупрозрачная ткань подчеркивает женственность Натальи. Нечасто Глюкозу можно увидеть в таком элегантном и сдержанном платье в пол. Здесь она выглядит как настоящая леди. Раз в году даже взрослая девушка может нарядиться принцессой. Блестящее платье с пышным тюлем отлично подходит для новогодних мероприятий. Роскошное платье цвета благородной бронзы подчеркивает смуглую кожу и золотистый оттенок волос Глюкозы. Изящные босоножки с тонким ремешком отлично дополнят наряд. В начале своей карьеры Глюкоза уже примеряла сценический образ невесты, но этот, согласитесь, гораздо элегантнее предыдущего. Надеемся, вам понравился такой формат разбора стиля звезды по полочкам. Ставь лайк, если изображение на одной из кофт Глюкозы больше похоже на Путина. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить выпуск о новой звезде. Делись ссылкой с друзьями. Удачи!